Рейтинг Дональда Трампа достиг рекордных показателей. Скандально известный кандидат в президенты США от республиканской партии втрое опережает своего ближайшего конкурента, сенатора от штата Техас Теда Круза. Согласно результатам опроса, за миллиардера готовы отдать свои голоса свыше 40% респондентов. Еще в октябре этот показатель не превышал 28%. Отмечу, рейтинг Трампа растет, несмотря на громкие скандалы, в центре которых оказывается кандидат. Напомню, на минувшей неделе миллиардер в ходе одного из предвыборных митингов предложил полностью запретить мусульманам въезд в США. Заявление вызвало шквал негодования, а Белый дом призвал дисквалифицировать Трампа в президентской гонке.